Добрый день, дорогие телезрители, с вами AGHL TV, и это видеогайд по сайту, как зарегистрировать свой аккаунт, свой профиль. Для начала мы входим на страничку aghltv.tk, это наш бета-сайт. Дальше сверху у нас есть кнопочка «Логин», нажимаем ее, выскакивает менюшка, и ищем «Create an account», нажимаем. После чего у нас предстоит ряд строчек, которые нужно нам заполнить. Где стоят восклицательные знаки, это обязательные поля. В принципе, если вас это не интересует, заполнить полностью как бы о себе информацию, чтобы другие знали, вы заполняете только главные поля. Итак, приступим. Выбираем, кстати говоря, изображение, если мы хотим это сделать. И загружаем его. После чего он загрузится, модератор проверит, если все, ну, проходит проверку ваша картинка, ее подтверждают, и она активна. Дальше ник. Указываем ник. Ну, в данный момент мы укажем просто AGHL TV. Еще один момент, который я хотел бы очень, так сказать, подчеркнуть. Желательно все поля заполнять английскими буквами, так как существует ряд глюков с движком и так далее и тому подобное. Во избежание всяких проблем желательно заполнять все английскими буквами. В дальнейшем мы хотим эту проблему решить, но пока что только так. Поэтому пишем ник, пишем пароль, пишем дату рождения, страну, вот как вы видите, я пишу английскими буквами, также и город. Интересно, не заполняю, так это уже не главная страничка. Дальше email. Email нужно нам создать, ну, в принципе, что? Ну, сейчас мы это быстренько с вами сделаем, наверное, да. Заходим на mail.ru, создаем ящик. Пишем aghltv.www. То же самое копируем, ну, то есть делаем очень быстро все, чтобы не затягивать время гайда. Итак, вписываем с картинки код, готово. Email готов. Теперь мы можем провести дальше регистрацию на сайте. Значит, вписываем email, так как вы видите, ну, вам сразу будет сказано, что он занят и так далее. Никаких твинков, в принципе, быть не может. Вписываем email, вписываем Skype обязательно. Например, да. Выбираем дисциплину Point Blank. Скажем так. Для агэшников обязательно вписывать Steam ID. Так, ну и жмем зарегистрироваться, после чего нам приходит оповещение и письмо на email. Вот оно уже здесь, пришло сразу же. Нажимаем на ссылочку, которая вам пришла. И все, ваш аккаунт активен. Вы можете заходить. Заходим мы тоже через логин. Пишем ник. Пишем пароль. Нажимаем Remember Me. Все, ваш профиль создан. Спасибо за внимание. До новых встреч.